и не страшно. Сереженька, Петенька, прячьтесь. Только они не придут, они совсем не придут. А мы сейчас пойдем к нам, хорошо? Нет, я не пойду. Тихо. Меня мама дома за хозяина оставила, и курей вон кормить еще. Я буду маму ждать и Петю. Миленький мой, они не придут. Убей. Ой. И тебя убьют, если узнают, что ты ее сынок и партизан наш. Мы сейчас пойдем к нам, хорошо? Ты ничего не бойся. Я скажу, что ты мой сынок. И что ты мой сынок, хорошо? Нет. Не бойся. Папа! Сдали, иди сюда. Беги, не останавливайся. Беги, сказала. Быстро, беги, не Aber da bist du nicht der Einzige. Oh, ein schöner Platz. Ja, dann legen wir eine Rast ein. Dann können wir auch gleich was essen. Da scheint ja alles ruhig zu sein. Ja, ich werde mir hier gleich am Ufer ein Haus bauen. Richtig schön, mit einem Privatstrand. Dass man baden kann. Ja. Ja,
aber ich darf bei dir baden, oder? Klar, für zwei Fleischbüchsen. Gibt es Fische in diesem Fluss, Hans? Wirf doch eine Handgranate rein. Dann wirst du es schon sehen. Komm an und zurück. Bei den Partisanen werden uns das Angeln versüßen. Wir hätten erstmal richtig schön die Hände waschen. Ich bin den ganzen Tag unterwegs gewesen. So viel Zeit muss sein. Kaltes Wasser. Mit dem Baden nehme ich zurück. Du bist doch sonst nicht so ein Frosch. Wollte ich lieber das Verlöffnis. Ja, aber Männer, wir müssen sehen, dass wir weiterkommen. Lange können wir hier so nicht sitzen. Hier. So, löschen und abwarten. Und ich habe mich schon an meinen Strand richtig gewöhnt. Komm, schlaf dich ein da hinten. Смотришь, колючка, на это. Узбек сказал нашим деде, ты вон какой шустрый. Thank you.
Николай Сергеевич, ты тут посмотри, какая штука может получиться, если... Да, если разведка подтвердит, что в 25-м квадрате немцы, высоту будет удержать непросто. Все силы уже туда стянули, артиллерию подтягивать надо. Товарищ командир, разрешите обратиться. Докладывайте, что в 25-м, чисто? Товарищ командир, не дошли мы до 25-го. Тут вот, в лесу. Отставить! Я вас куда отправлял? По лесу гулять? Какой был приказ? Под трибунал захотел? Виноват, товарищ командир. Резо, быстро. Тихо. Тише. Понимаю, война мужское дело, но они-то чем виноваты, а? Разве мужчина может против детей воевать? Чу-чу-чу-чу. Все, все, парень. Не бойся, ты у своих. Фу, Лешек про меня рассказал. Конечно, Ёжик, кто же еще? Звать-то тебя как? Сережа. Сергеем, значит. Фамилию помнишь? Шишкиным. Чу-чу-чу-чу. Кузнецов Николай Сергеевич. А вы командир тут? Ну да. А мамка твоя где? Батя? Тетка Анисия сказала, что мама... Не плачь, Сережа. Не плачь, ты же мужчина, мужчины не плачут. У нас никто не плачет, ни Резо, ни дядя Андрей. Так, мне там это, я сейчас принесу, подожди, пойдем за мной. Товарищ командир, тут слух прошел, что разведка в лесу мальчонку нашла. Вот, я тебе тут и тушенки принес, и шматок сала достал. Только нет, с голодухи ему сейчас лучше просто супчика похлебать. Чудо, да, хай? Бефинден. Во бефонда. Во бефонда. Бефинден. Бефинден, значит. Во беф... Яков Моисеевич, ну оставьте это свое шитье. И что? А вдруг в бой и в таком виде? Опозоришь меня перед фрицами. Скажет, куда это Яков Моисеевич смотрит. Фриц-то тебя откуда знают? Молодой человек, меня все знают. Ко мне до войны откуда только не приезжали. Резо, ты там это передай привет родным от всех нас. И слышь, отдельно большое спасибо сестренке. За варежки и за эту какие. Ну, эту вашу вкуснятину эту. Чурчхел. О! Да. Хорошо, передам. Слушай, а сестре сколько лет? Не замужем? Сестра, не замужем. Она мне троюродная, 74 ей, и все время не замужем. Приезжай, она очень обрадует. Что? Что у нас там воздух такой, она еще лет 30 проживет, ему двоих родит. Знаешь, как кормить тебя будет, а? Сациви будешь есть, чахокбили попробуешь. Ты ел чахокбили? Все, Резо, хорош, а? Давай без этого. Что? Резо, а? Твоя сестра очень хорошо готовит. Пусть будет моей невестой, а? Так, вы решите, кто из вас свататься будет. Я всегда пишу перед боем. Вот сейчас пишу, чтобы детские вещи прислали нашему мальчугану. Ты чё? Так фрицев пугать. А, ну тогда ладно. Бою! Тихо. Все, я иду. Ой. Все, заканчиваю. Последний. Ай. Смотри, видишь, у меня цветочек получился. Не, цветочек мне не нравится. Вы мне танк нарисуете. Хорошо.
Я тебе и танк, я тебе ружье, пистолет, пушку, все, что хочешь нарисую. Вы откуда про оружие это все знаете? А я из Тулы. Город оружейник. У нас все про оружие знают. Тетя Катя, а кто те дяденьки, которые меня нашли? Да, выносите, выносите. Одни дяденьки. Разведчики у нас. А у вас тут все разведчики? Нет, у нас и саперы есть, и пулеметчики, и снайперы. У нас еще повар есть, Петрович. А я видел его. Он такой большой у вас. Ему положен. У него должность такая. Волос. А командир этот с рукой сейчас там? Кузнецов? Там. Ты не волнуйся. Он им сейчас задаст. Его, наверное, все фрицы боятся. Его не только фрицы боятся. А он никого-никого не боится? Никого. У него орден есть. И пистолет наградной за храбрость. Орден. И пистолет. Катя, раненых привезли. Иду. Я сейчас пойду, а ты знаешь, ты глазки закрой, крепко-крепко, сильно, да-да-да-да, и спи. Я тебе обещаю, я вернусь, и мы с тобой танки рисуем. Иду. Хорошо, иду. Козье молоко, оно я вам скажу. Яблочко, да будет? Не, яблочко не хочет. Здравия желаю, товарищ командир. Здравия желаю, здравия желаю. Вот это пополнение. Мы идем, а она стоит прямо посреди дороги. Такая одинокая. Ну, мы сюда и правда, поначалу еле сдвинули. Это Шешинда. Испугалась, да? Говорю. Ну что, теперь ты у нас фронтовая казак. Я когда вырасту, я тоже командиром буду. Мне укол делали, болючий-приболючий, вот с такой иглой. Я сначала убежать хотел, а потом остался. Храбрость тренирую. Молодец. Храбрость пригодится. Скажу тебе по секрету, я сам уколы очень не люблю. Ну, мужчина же не плачет. Запомнил, значит. А правда, что у вас орден есть? Ну да. О. Ого. А за что орден на войне дают? Ну вот как раз. За храбрость. А правда, что у вас пистолет есть? Ну, этот, особенный. Из которого любого фашиста убить можно. Особенный. Есть, пожалуй. Можно посмотреть. Конечно. Ух ты. А это что такое нацарапанное? Это именной пистолет. Мне его генерал Асташов вручил. А у меня свой танк есть. Вот. Ну, с таким оружием нам никакой враг не страшен. Самолета у меня нет. А давайте нарисуем. А это у меня, казалось, есть. Съешь цветы? Видишь?
Вот такое. Молодец. Сейчас, Стас, сейчас, сейчас. Цветочки. Товарищ командир, разрешите обратиться? Обращайтесь. Я по поводу мальчика, Сережа. Хороший мальчик, смышленый такой. Да, славный. Вот я говорю. Товарищ командир, у нас тут молоко козье. Оно силу дает. Он окрепнет. Я говорю, молоко козье. Товарищ командир, оставьте мальчика, а? Катя, вы же понимаете, ребенку не место на фронте. Я понимаю, но у него нет никого. Он папу до войны потерял, а мать, брата немцы. Я знаю. Но ведь он в детдом попадет. А здесь кто за него отвечать будет? Я. Мы все. Вам вон раненых класть некуда. Первый день затишья. Ну пропадет же мальчик. Я вас умоляю, ну придумайте что-нибудь. Отставить, сержант Васильева. Ребенку здесь не место. Здесь никому не место. Да? А козу заберут? Вам оставят. Бывает, давай. Значит так, слушайте, а еще мы из этого молока сыр сделаем. Ага. Нарежем его на кусочки. Ух ты! Вот это да! Это тебе подарок. Ага. От разведчиков. На войне вещь крайне необходима. Ничего себе. А попробуй перевернуть. Видишь, какое все сразу маленькое становится? Да, вижу. Ну что, нравится? Нравится. Молодец. Значит так, смотри. Значит, наблюдай за окрестностями, изучай их. Мы к тебе еще зайдем. Хорошо? Ага. Все, давай. Вот спелки еще. Подожди, дай-ка посмотреть. Жора! Жора! Ну, вот так вот лучше, конечно, вблизи. Хорошо. Привет, солдат! Здравствуйте, Резо. Это что такое? Смотри, что у меня есть. Это... Молодец. А это тебе? Знаешь, что это? Что это? Чурчхен. А? Мы вот такими укровищами. Я не заварили меч, а? Все. Сейчас усну, еле держусь. Кажется, сейчас моргну один раз, и все. Точно усну. На двое суток. А я не могу спать. Перед глазами все время этот мальчик. И когда первый раз Сережу увидела, у меня внутри как будто все оборвалось. Смотрю на него и думаю, только бы не зарыдать. Только бы не зарыдать. Ты бы его взяла, обняла крепко-крепко, прижала к себе, только чтобы он не видел всего этого. Я же каких только с передовой не таскала. Хоть бы слезинка какая-нибудь. Как будто запеклось все внутри. А на него не могу. Смотрю и плачу. Так тебе слез до конца войны не хватит. Я больше всего боюсь, что его Кузнецов куда-нибудь ушлет. Как я его найду? Я потом его никак не найду. Этого мальчика больше никогда не увижу. Ну поговори еще раз с Кузнецовым. Что я ему скажу? Как я ему скажу? У него же все по уставу. Ну да. И внимания от него никакого. Чурбан в погонах. Товарищ командир, разрешите обратиться? Обращайся, Егор Максимович. Хотя я вашу делегацию второй день наблюдаю. Топчетесь тут, блин, даже. Чё это? Я по делу, по военному. Нам бы пулемет еще или позицию оборудовать на левом фланге, на высотке. Вот пусть немец только сунется. Не будет тебе второго пулемета. Где его взять? Зачем пришел? Так, ай да ладно. Николай Сергеевич, тут вот какое дело. Уж больно
бойцы к мальчонке привязались. Ведь у каждого дома свои такие же. Да что там говорить? Смотришь на него, и на душе теплее становится. Ведь мы за них воюем. Николай Сергеевич, это, конечно, тебе решать. Но мы все просим, оставь мальчишку в полку, мы о нем заботиться все будем. А воевать кто будет? Так воевать будем. А в тыл его сейчас куда? А видишь, как немец прет. Вот именно, что прет. Так пусть он с нами, а мы здесь... Егор Максимович, пойми, не место здесь ребенку. У меня у самого за него душа болит. Ну хорошо, привыкнет к вам здесь пацан, прикипит. А после войны его все равно в детдом. Да и как его здесь оставишь? Сверху разрешения все равно не дадут, маленький он совсем. Кто здесь за него отвечать будет? Так все, хорош вокруг меня хороводы водить. Документы на отправку в тыл я уже подписал. Свободен. Товарищ командир, танки прорвались с правого фланга. Везу, бинокль. Вижу. Седьмому. Четвертый квадрат накрыт осколочным. Седьмой. Пока там нам посмотреть надо, стучит что-то. Ну здравствуй, солдат Шишка. А мне дядя Андрей разведчик вон что подарил, бинокля называется. Бинокля — это хорошо. В общем, так. Язык – это не язык, да, а человек. Язык, не язык. Смотри. А еще я теперь знаю, что оружие бывает холодным и горячим. Ой, огнестрелевым. Огнестрельным. В общем, ты видел, тут вот машина пришла. И тебе надо... Да, я забыл. Это тебе. Мне? Именной? Да, тут рукоятка, тут дуло, скоба. Прицел, все как у настоящего. Я так ждал тебя. Так боялся, тебя убьют. Ты знаешь, брат, похоже, кроме тебя меня никто и не ждет. Слушай, хочешь быть моим сыном? Это можно? Попробуем.
вообще сигналим бывает. Да. Сигнальным. Ох, какие они большие. Так он сам меньше, чем эти штаны. Да говорю вам, посих резать надо. Бичон, да меньше он, бичон, меньше. Он мне вот, вот так он. Куда резать, знаешь, где надо? Вот резать надо. Вот здесь надо ну, резать. Ну так а я о чем? А ножка у него вот такая. Нет, мне кажется, что он побольше будет. Ну, хотя да бы, ничего не ну, побольше. Нет, хотя бы вот до сюда. Вот, ему побольше. Не 25, ему 6 лет. Я кому здесь, скажите ей что-нибудь, а? Нет, он... смотрите, смотрите. Вот, только эти смогу достать. Но они не велики. Ну-ка, дай-ка. Покажи. Фу, они огромные. Ну, Яков Моисеевич. Большие. Дай-ка. С сапожками сбегай к Фине во вторую роту. Скажешь от меня, и он сделает все, что нужно. А с формой как? А с формой? Ну, а с формой мальчику я разберусь сам как-нибудь. Военная форма – это, конечно, не наряд в театр, но я почти каждый день чиню и перешиваю ее для наших бойцов. И могу вам точно сказать, что фрицы выглядят хуже. Геннадсоли, Яков Моисеевич, джигарикация, а? Резать тут. Боец Шишкин, подъем! Боец Шишкин проснулся. А ты знаешь, что настоящий солдат должен успеть одеться за 45 секунд, пока горит спичка? Подожди, подожди, а во что же я? Я же одет. Одет? Солдат должен быть одет по форме. Это не мне, ух ты, это нашим солдатам надо сказать спасибо. Я обязательно скажу им спасибо. Вот такущие. Только ты мне покажи, кому. Конечно, покажу, сынок. А это у тебя зачем? Это? А, брился, зацепил немного. Ерунда. Ну, готов? Готов. Так, давай, давай, молодец. Не одевается. Все. А? Настоящий солдат. А это солдат. Прям солдатская. Мне только перевяжи, сестричка. Я к нашему не туда. Осторожно. Мы тетю Катю там видели. Она же живая. Я слышу. Иди, родной. Тише. А если наши сейчас попадут? Хотите, милок? Какой скоро кончится? Когда заживет твоя рука? Командир же не убьется.
убьют, а дети плачут. Ты что тут устроил, пацан? Ты что, нюню не распустил, а? Убьют, не убьют. Чтоб думать об этом не смел, ясно тебе? Ясно. Я не посмею, что ты, сын командира, еще такое услышал. Такого тебе или мне отдам? Соплен, тут не место, пацан, не место. Тут верить надо. В победу. И со всех сил. Ясно? Ясно. Хочешь нашим помочь? Хочу. О, молодец. Значит так, тогда нюни не распускай. Давай, дорогой, давай. Давай, иди. Иди. Вот, тетенька, пейте. Сынок, задай мне водички, а? Куда его? Идите на дальнюю кровать. Спасибо, мой хороший. О, хорошо. Спасибо, внучок, хорошо. Может, еще чего надо, дяденька? Письмо вот тут мне пришло, а я и не вижу. Так ты почитай. Пишут вам, что вас очень любят, ждут, что корова ваша здорова и молока много дает. Погоди, дружок, корова? Какая корова? Ну, ваша такая, ну, это, красивая. Ты что ж, Егорыч, радоваться надо. Корова здорова. Серега, читай дальше. Ну, читай. Вот, и что мы победим, пишут, и вам испекут пирогов много, с капустой и с яблоками. Молодец, Серега. Иди и мне почитай, а то я не разберу, чего там. И мне почитай. И мне тоже. Давайте я вам спою. Давай. Фотографии в газете нечетко изображены. Здравия желаю, товарищ командир. Здравствуйте, Катя. Только уснул. Мы хотели его к нам в палатку, но отказался. Вас ждал. Катя, я давно хотел... Давно хотел, что я... Папа! Тетя Катя, папа пришел. Скажи,
как фрицам надавали, много их было, да? Надавали. Много. Катя, я хотел сказать, что если раненых класть некуда, я скажу, вторую палатку соберут. Товарищ командир, разрешите идти? Я на дежурство. Я сначала сильно боялся, а потом я сильно верил, что мы победим. Я тебе этим помогал? Конечно, очень помогал. Я тебе всегда буду помогать. Я же теперь твой помощник, этот, как резорт. Ординарец. Да? Да. Папа. Ты видел, какие у меня пуговки на форме? Здесь, и здесь, и тут тоже есть. Папа, а за форму спасибо. Кому говорить? Сынок, надо еще успеть сказать спасибо. Не рановато тебе еще бриться? Что, на свидание собираешься? Я солдат. А солдаты на свидание не ходят? Смотри, аккуратней, солдат, не порежься. Угу. Командира полка для несения службы прибыл. Товарищ командир, какое на сегодня у меня будет задание? Ординаровец, он тогда я кто? Радуйся, Резо, теперь до конца войны будешь отдыхать. А ведь и правда нужен ты, брат. Есть для тебя очень важное поручение. Сейчас придет машина с почтой. Надо разнести по ротам. Справишься? Есть справиться. Товарищ командир. Ну-ка. Смотри, какой, а? Скоро сам командовать будет. Что это у тебя? Да, ерунда. Брился, зацепил немного, товарищ командир. Ну, ерунда так ерунда. Выполняйте приказ. Есть, выполняйте. Ваш приказ, а? Сумка великовата. Ну, здорово. Почту? Привез? А тебе зачем? Я ординарец командира полка Сережа Шишкин. Выполняю приказ командира. Прибыл для получения почты. Ух ты, ух ты. Он как значит? Молодец. Ну, теперь получается после командира полка и повара. Ты у нас самый главный? Перед тобой теперь любой солдат станцует. Как это? А вот смотри. Петров! Я!
А не сплясать ли тебе барыню? Барыню? Барыня, барыня, сударыня, барыня. Служи. Видать, почту понёс. Да, с 5 лет на нём играет. О, это ж сколько очень страдает. О, почта. Ой, Серёж, такой. Почта, почта, почта. Здравия желаю, я письма принёс. Да, почта! Серёжа! Серёга, молодец! Давай, так, так. Толмачёв! Так, Бараников! Так. Юревич! Тихонович, есть там? Тихонович, держи! Так, Юрченко! Юрченко! Иди на Юрченко, быстрее! Так, а это что? Артеменко, почему не отдаешь письмо, а? Мне пришло! Ты мой хороший, давай! А не сплясать ли тебе? О, сплясать! Вот давай-ка! Положил, ну давай еще. Ладно, бойцы, пойдем. Проверить нужно, правда? Да, надо проверить. Молодец. Давай пошли. Быстро обернемся, тут недалеко. Дядя Андрей, можно я с вами? Я же только тот самый стоп знаю. Боец, пошли. Давай, за мной, ребят. Ну, Петрович, беги. Я потом беги. А куда? А поверьте, хлопцы, ну. Здравствуйте. Давайте подвезем. Ой, спасибушки. Ух, сколько витаминов набрали. Да, целый куст смородины нашли в лесу. Теперь все наши раненые на поправку пойдут. Конечно. А это Сережа, ему тоже витамины нужны. Тут мы поедем, нет? Не переваривает американская техника наш бензин. Слабовато будет. Комарик. Спасибо, Рита. Всегда пожалуйста. Товарищ командир, а вас, наверное, дома жена дожидается, да? Нет, не успела бы завестись. Что ж так-то? Вы у нас мужчина видный. Такие долго в холостяках не задерживаются. Как-то... Не сложилось. Да. Петя! А? Товарищ командир, вообще, для чистки карбюратора спиртик-то надо. Вы бы распорядились, а? Всем вам спирту подавай. Вчера артиллеристы просили для протирки осей.
свидания. До свидания. До свидания, товарищ командир. До свидания, Катя. Товарищ командир, ваше приказание выполнено. Пошел со мной. Вон там, в середине которой. Встань. Сиди здесь и никуда не выходи. Ты меня понял? Понял. За мной. Может, пацан напутал что? Брось гранату, чтобы не возиться. А вдруг там Манька с Ванькой? Того. Нехорошо. А сейчас мы это проверим. Старым дедовским способом. Ну так как? Так, как лису из норы выкуривает. Ну что, Жора, прикрывай. Ваня, за мной. Хох, ребятки. Да я бы его за сапог схватил. Он бы как грохнулся. Герой. Ну ладно, дальше уже без меня справитесь. У меня дела. Мне еще письма носить. Дела у него. Давай вперед. Иди, иди, Гитлер, капут. Давай, шнель. Артеменко! 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 Серёга, нет его больше. Таким образом, при помощи бойца Сергея Шишкина были обезврежены двое вражеских лазутчиков, которые должны были корректировать огонь фашистских батарей. Надо же. Мне Сережа ни слова не сказал. Ну, скромность украшает молодого бойца. Товарищ командир, ваше задание выполнено, вся почта доставлена. Молодец, сынок. Ну, что вы со мной как с маленьким? Я такой же солдат, как и все. И вообще, мне, как любому ординарцу, мне положено это офицерское название и автомат огнестрелевый. Скромный он у нас. Угу. Скоро пушку потребуют. Будет тебе и офицерское название, и автомат, и пистолет только подрасти. Для нас другие новости есть. Смотри. Пришло разрешение быть мне твоим отцом, а тебе моим сыном. Вот бумага с печатью. Ух ты! Папа, а давай к Кате пойдем вместе скажем. Она всегда так за меня переживает. И за тебя тоже. Я видел, она один раз тоже плакала. Когда ты это, ну, тебя это, чуть не ранили. Да? Ну, может, и соринка в глаз попала. Да нет, нет, не соринка. Я точно знаю. Ну, пожалуйста, пойдем. Ну, хорошо. Провожу тебя к Кате. Удачи! Где тетя Катя? Тетя Катя?
Катенька. Это вам. Тетя Катя! Тихо, тихо, тихо. Что-то грязный ты весь. И тут вот грязный. Спасибо. Ну, вы знаете, я как-то больше люблю крапиву, полынь, подорожник, аптекарский. Никаких, но после войны все цветы мира к вашим ногам. Тихо-тихо. Где ты измазался? Вот чумазый весь. Возьмите цветы, отдайте гимнастерку. Вы попробуйте. Отнимите. Сережа! А я не один, я с папой. Папа! Папа! Пап! Там был... Выполняйте приказ. Штабной блиндаж, шагом марш! Есть, выполнять. Третий! Третий, как слышите меня? Прием, я первый! Третий! Черт знает что. Третьим огонь надо переносить в 12-й квадрат. Третий! Связь восстановлена? Никак нет, товарищ командир. Кадыр, перевесим, уже твоих наших отправили. Немец снайпера здесь посадил, тут участок такой же проскочил. Все как на ладони. Обеспечить связь! Это приказ. Есть обеспечить связь. Третий, третий, я первый. Прием. Третий, третий, прием. Третий, я первый, прием! Третий, третий, я первый, прием! Действуй, товарищ командир! Это созвездие Большой Медведицы. Если мысленно соединить эти звезды, получается силуэт медведицы. А чуть выше – малая медведица. Значит, они мама и дочка? А где их папа? На войне? И они его ждут? Может быть. Держи.
он победит. Разобьет фриц. К ним обязательно вернется. И они опять будут все вместе. Да? Хорошо бы. А как люди женятся, чтобы быть все время вместе? Ну, они сначала влюбляются. Потом понимают, что друг без друга не могут. А влюбляются это как? Любовь такая, брат, сложная штука. Она совсем разная бывает. Иногда это как радость, как счастье. Иногда одни страдания, как болезни. Человек не ест, не как пьет. Болезнь. Да, и спит. Болит. Как болезнь. Да. Угу. Сейчас, сейчас, миленький, мы тебе перевяжем, все хорошо. Тетя Катя, тетя Катя, быстрее, быстрее! Там папа заболел. Что случилось? Как заболел? Ну так, плохо ему совсем. Не ест, не пьет, спать не может. Пойдемте быстрее. Подожди, стой. Быстрее. Стой, стой, да подожди. Тетя Катя, быстрее, быстрее. Да, быстрее, сейчас. Сейчас, сейчас. Быстрее. Сейчас, Сережа, погоди. Посмотрите мне, глаза откройте, так, рот откройте, горло покажите, где болит, где? Сержант Васильев, отставить медосмотр. Где у меня не болит, ничего не понимаю. Как не болит? Вы же есть, вы пить, спать не можете. С чего вы взяли? Сережа. Сережа, ну-ка иди сюда. Катя, простите, что переволновались попусту. Могу я есть и пить. Вот спать спал бы только некогда. А это Сережа, похоже, напридумывал. Это он нас, в общем, как сказать. Катя! Сережа, это наш такая. Сын полка. Вернее, сын командира полка. Хороший, хороший. Тёсик. Я ординаровец, помощник командира, как Резо. Понятно. Я Коля, инструктор вот этих собак. А вы, значит, их командир? Командир, командир. Можно и так сказать. Я ж слежу за ними, кормлю их, дрессирую, ну, воспитываю, значит. Иди сюда. Помогать нам будешь. Знакомься, это самый главный, Дик. Он, брат, знаешь, какой умный? Когда раненого находит, если боится без сознания, он его лизать начинает. И до тех пор лежит, пока тот в себя не придет. А вон там Авакиус. Он подходит к раненому и боком поворачивается, на котором медицинская сумка, чтобы боец мог бинт достать и рану перевязать. Пока санитар не подойдет. А можно чуточку прокатиться на саночках? Ну? Если Дик не против, Патик. Можно, Витя, можно, гад. Ты не против? Можно? А не против он? Он не против, он даже очень рад. Ну тогда залезай. Давай, Татик. Товарищ Васильева. Слушай, товарищ командир. Товарищ сержант Васильева, подождите. Да, товарищ майор. Катя, подождите. Я... Да ну! Где штаб у вас? Я прибытие доложиться могу. Штаб у нас вон там.
На палату. Сережа, крепче держись! Сережа! Коняк, стой! Куда? Там минное поле! Я давно хотел сказать, я вас, я вам, вы мне очень, а вы? Ну да. Сережа вас очень любит. Будьте мне Сережиной мамой. Пожалуйста. Здравия желаю, товарищ майор. Разрешите обратиться. Вам пакет из штаба дивизии. Свободен. Есть. Завтра выступаем, Катенька. Пойдем. Добрый. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, бабушка. Здравствуй, мать. Боже. Добрый день. Ну неужели уже детей стали в армию убирать? Да нет, Халбадону. Это сын полка. Воспитанник наш. Я покормлю вас сейчас. Спасибо, мать. Не беспокойся, у нас все с собой. Но горячей картошечки-то у вас нету. Это да. Спасибо. До здоровья. А это у вас там что, погреб? Да нет. Немецкая авиабомба. Дура здоровая. Потолок пол пробила, а не взорвалась. Вот мы и заделали пробоину. Так она сейчас там? Ну, а где же ей быть? Саперов сюда, быстро! Живо все из дому! Быстро! Давай, шевелись, быстрей! Быстрей давай! А это какая порода? Это наша деревенская порода.
Тузик называется. У нас они знаешь, какие умные. А лапы, смотри, какие. Видишь? А зубы. Тузик, покажи зубы. Раз, два, четыре. Видишь, сколько? Война закончится, мы с ним на волков ходить будем. Он вообще ничего не боится. Я бы тоже на фронт пошел. Да меня дед не пускает. Резо, поднимай людей. Собираемся. Пап, когда у меня будет настоящий пистолет? Дай проверю, Витя. А? Это лучше, чем настоящий. Смотри, именной, Витя. Займитесь ранеными и... Остальные продолжают движение. Есть! Продолжаем движение! Сережку в обоз! Папа, Папа! Товарищ генерал, пообносились бойцы. Я тут рапорт составил, посмотрите. Даже не проси. Сам знаешь, всем тяжело. Обозы отстают. Товарищ генерал, разрешите обратиться к товарищу майору. Разрешаю, обращайтесь. Товарищ командир полка, ординарец Сергей Шишкин для получения боевого задания прибыл. Какое сегодня у меня будет задание? Вот что, боец Шишкин, отправлю-ка я тебя во вторую роту. Проверять обмундирование и снаряжение. Справишься? Здесь справится. Выполняйте. Что у нас тут? Колхозные частушки. Товарищ командир, постройте бойцов для проверки. Сережка! Тебя наши бойцы так ждали. Серега, вот смотри, что у меня есть, а? Трофейный шоколад. Уху, вкусный, говорят, а? Давай-ка мы с тобой чаю попьем, а? Шоколадкой. Я выполняю приказ командира, товарища Кузнецова. Постройте бойцов для проверки. Рота, подъем, стройся! Ты умеешь? Ну, умею. Тогда запиши фамилию. У кого нет сапог? Есть. Значит, Сережа сам себе нашел маму. Молодец, парень, поздравляю. Ты бы сам никогда бы не решился, наверное. Товарищ генерал, что уже? Так. Ну-ка, докладывай, как ты выполнил приказ командира полка, ординарец Сережа Шишкин. Ого, да тут больше половины роты. Так точно.
Точно, товарищ генерал. Что ж, майор, придется подписать твою заявку. Как прибудет обоз, вас в первую очередь. Спасибо, товарищ генерал. Ордена листа у тебя. Крепкий парень. Еще просьба есть? Есть, товарищ генерал. Слушаю. Дайте ваше генеральское разрешение на пожениться моему папе и нашей Кате. Ну, даю. Свободен. Есть. Пап, правда, что скоро нашей дивизии будут гвардейское знамя вручать? Да, теперь наша дивизия будет гвардейской. А что это такое? Понимаешь, гвардейское знамя – это такая большая награда. Для нас, для всех. Для тех, кто жизнь свою отдал. Для тех, кто сейчас воюет. За наше умение врага побеждать. Так это значит, и меня награждают? Конечно. Голей, сыра! Голей направо! Рядовой Шишкин! Поздравляю, Сережа Шишкин! Заслужил! Служу трудовому народу! Видите, как слышите меня? Прием! Я первый! Меня пришло! Ты мой хороший! Давно. Ты, получается, ты у нас самый главный? Ко мне до войны откуда только не приезжали. За патроны, конечно, тебе спасибо. Товарищ командир, не дай, что мне 25-го. Тут вот. А, Петю, а? Настоящий солдат. Настоящий солдат. Сережа, убейте, быстро! Сережа, ты? Я, папа. Не ранен? Нет. Не плачь. Мужчины не плачут. Thank you.
фотографии в газете нечетко изображены. Бойцы еще почти что дети, герои мировой войны. Они снимались перед боем в обнимку четверо у рва. И было небо голубое, была зеленая трава. Никто не знает их фамилий, о них ни песен нет, ни книг. Здесь чей-то сын и чей-то милый, здесь чей-то первый ученик. Они легли на поле боя, жить начинавшие едва. И было небо голубое, была зеленая трава. Забыть тот горький год не близкий мы никогда бы не смогли. По всей России обелиски, как души рвутся из земли, они прикрыли жизнь собою, жить начинавшие едва, чтоб было небо голубое, была зеленая трава, чтоб было небо голубое, была зеленая.